Привет, дорогие мои, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Silent Hill 3. Кейзер находится в канализации. В последней серии в конце мы, после того, как понабегались от местных монстров, обнаружили вот такую вот записку, что здесь находится монстр. Он притаился в воде, и местный работник пошел мстить за своих погибших от этого монстра друзей. Но судя по тому, что записка до сих пор тут лежит, он сказал, что если вы ее читаете, то значит я уже погиб. Значит, он уже мертв. Вообще довольно странно, учитывая, что монстров по сути видит только Хизер, как я понял. А здесь получается, что кто-то их видел еще. Не знаю, все очень странно. Так, что за монстр? Офигеть. Хорошее начало серии. Ладно, хорошо, что у нас сохранение прямо тут есть. О, наша первая смерть в игре. Ну что ж, давайте продолжим с последнего сохранения. Что у нас еще тут есть? И как нам тогда убивать? Сейчас воду постреляем. Хорошо, говорит, если бы у меня была граната. У нас гранаты нет. У нас есть... Что у нас есть? Ну, томиком Шекспирова его. А, так, подожди, вот это вот. Это нет. Ну, в принципе, ничего такого-то. Верно. Хорошо, и как мы пройдем? Подожди, ну, по-моему... Да, смотри, это что-то дает. А, мы сейчас фен кинем, наверное, туда. Понятно. Не знаю, что бы это ни было, оно мертво. Хорошо, серия началась. Но вы знаете наше правило. Если в начале серии огребаешь, то серия получится очень интересной. Пока что я вижу, что вроде как так все и будет. Хорошо, я надеюсь, нас больше никто не будет за ноги вообще без предупреждения какого-либо таскать. Ну да ладно, это было прикольно. Что это за клапан? Сомневаюсь, что это важно. Я просто оставлю ее в покое. Три клапана. Хорошо, тишина. Тишина это. Хорошо же. Так, налево у нас какая-то комнатушка. Прямо у нас очередной коллектор. Есть такое ощущение, что кто-то с силой долбанул по углу. Очень массивный. Я не знаю, типа пирамид хеда. Потому что смотри, какие повреждения. Арматура вылезла. Ой, кто скажет, что у меня другой голос? У меня сегодня весь день то ли насморк, то ли еще чего. У меня нос забит, поэтому, возможно, из-за этого. На улице, ой, там опять эти... На улице дождь, вообще осенняя погода в мае. Такого я не припомню. Короче, как говорил Попутенок, все очень плохо. Давайте выбираться уже к чертовой матери отсюда. Я не могу в канализации дольше находиться. Эти монстры, это просто пипец какой-то. Но вроде как здесь развилок особых нет. Мы, я заметил, вот в этой части, по большей части, всегда идем по кишке. У нее есть небольшие там ответвления. Но по большей части мы всегда идем, не сворачивая особо никуда. Тихо. Что такое был Silent Hill 2, Silent Hill 1? Там было помещение огромное, с кучей закрытых дверей. Ты перемещался между ними, находил там какие-то подсказки. А здесь ты идешь вперед и... Ну, это по-своему тоже круто, в принципе. Но просто я вот мозг не включал уже, я не знаю, там часа два. С самого начала игры. Там одна головоломка была в начале, серьезная такая, с этими шекспировскими
Томами. Что-то мне не нравятся звуки из этой двери. Ну, в принципе, как-то так. Я не могу пройти. Железные ворота преграждают путь. Чего это такое? Сейчас, я думаю, мы увидим, да? Так, камера не даст нам осмотреться, поэтому пошли дальше. Не хочет она, чтобы мы это делали. Опять похож какой-то альтернативный город. Стремянка. Могу взять? Не могу. Чё-то как-то ничего тут, да? Ой, блин. Камера, ну что ж ты делаешь? Это же очень упорото. Так, это, возможно, вход. Ой, что-то мне это место не нравится. Раньше было не страшно, а сейчас резко стало жутковато. Как-то слишком тут тихо. Звенящая пустота. Давайте сохранимся. Мы уже сегодня огребались, мы знаем, что они тут могут нам это делать. Поэтому лучше перестраховываться. Здесь не будет, конечно, никаких там плохих концовок из-за того, что мы, видите ли, изволили сохраняться. Да, мне определенно это место совсем не нравится. Не поддается. Очень уж как-то густо пошло, да? Не поддается, не открывается. Хорошо. Электричество выключено, лифт не будет работать. Здесь банка клея, я не буду нюхать его. Ты что, издеваешься, что ли, Хизер? У тебя идеи такие вообще были? Под лестницей навалены мешки с цементом или что-то еще. Ну давай скажи, я не буду их есть, скажем. Это странно, Хизер. Как ты вообще могла об этом подумать? Тихо, тихо, тихо. Камера, ну... Ну ладно, возможно, авторы молодцы, что не дают смотреть вперед. Специально, чтобы ты пугался. Потому что мне сейчас жутко. Но какого черта с позиции там физики, здравого смысла? Почему я не могу смотреть туда, куда иду? О, мне не нравится это место. Куда мы вообще приперлись? Ну, по крайней мере, это не канализация. Знаете, что я думаю? Это, наверное, больница какая-нибудь или дурка. Или что у нас там еще? Какая-нибудь стройка, может. На третьем этаже обвалился потолок. Вход воспрещен. Не поддается. Плотно закрыто. Ящик с инструментами. Но внутри нет ничего полезного. На четвертом этаже провалился пол. Вход воспрещен. Да. Сколько мы уже пролетов? 10. Так, все, крыша. Или последний этаж. Да, последний этаж. Ой, жуть какая. А, ну давайте еще фонарик выключим, чтобы было совсем страшно. Санузел. Это туалет. Я думала, что это здание все еще строит. Но похоже, что нет. Да, это стройка, я угадал. Это раковина. Ничего особенного.
моток проволоки. Вроде тихо. Ох, ебану мать, я думал это на улице шум, а это, оказывается, тут в игре. Блин, это было опять же жутко. Как-то кто-то над нами ходил, тяжелый очень. Санный матрас. Бросить дыру? Конечно. Хизер, я тебя всегда вот так вот хвалил за благоразумие, а тут ты то клей хочешь понюхать, то матрасы кидаешь. Зачем тебе это нужно? Потеряна какая-то. Здесь другой цвет стены, и материал тоже другой. Если сильно ударить, то можно сломать. А ломать не строить. Так, давайте мы возьмем в руки что-нибудь. Скажем, вот это вот. Просто хотя бы посмотреть, тоже интересно будет. О, как. Хорошо, это что? Глушитель. Прикольно. Я вижу ноги через пролом в стене. Это ноги, блин, я думаю, трубы торчат. Все жутче и жутче. Так, а что если... Подожди, это глушитель. Где он вообще? Да, блин. Ох, местная система не очень все-таки удобна. Если надеть на ручное или автоматическое оружие, то выстрелы станут тише. Че, все? Ну, окей. Так, что там такое? Камера, блин, я вперед хочу посмотреть, ну. Смотри, там же лежит то ли патроны, то ли что. Ладно, похоже, просто какие-то коробки. Споливающие. Бардак, конечно, страшный. Хорошо, давайте, что ли, спрыгнем, походу. Мне бы карту этого места, я был бы вообще доволен. Булыжник из разбитого потолка. Надо быть осторожнее. Ну, тут, я понимаю, так выход. А тут у нас... Что это за лампа? А, нам, скорее всего, вон туда, да? Хорошо. Давай сюда тогда сходим. Блин. Серматура. Это кирпич. Хорошо. Пойдем. Там что, леса стоят? Ой-ой-ой. Ой-ой, не падай. Твою мать, придется стрелять, походу. Да ты посмотри, ну. Какого черта ты делаешь? По здоровью нормально было. Япона. Мать. Ты живой еще, что ли? Да лежи ты, ну. Смотри, вообще не дохнет. Похоже, сдох. О, что-то страшновато это было.
Так, того тоже придется вальнуть. Но патронов он сожрет, я так понимаю. А, нам вон туда. А, обидел. Бежим, бежим, бежим. Так, давайте лечиться. Здоровье, в принципе, нормально, но я все-таки использую. Я вообще их экономно как-то использую, поэтому нормально. Патронов дофигища, течек дофигища. Пистолет какой-то вообще, да, не знаю, то ли монстр тут сильный. Что на столе лежат бумаги. Я не вижу никакой полезной информации. Каталог манекенов. Ненавижу манекенов. Термос. Внутри ничего нет. Какие-то почетные грамоты. И вроде как все хорошо. Красиво так обставлен был офис. Это, кстати, офис. Тоже не стройка, я вижу. Может, это стройорганизация офис. Здесь вот кофейники стоят. Nope. Где-то здесь, скорее всего, карта. Нет. Так, сигналка. Я бы, честно говоря, по сигналке долбанул, чтобы приехала полиция и спасла меня. Но хизер она не такая. Понял. Перехотел. Сломано. Тупик. Манекен. Вы знаете, что это офис компании, которая создает манекены. То есть это просто, я не знаю, цитадель зла. Как это еще по-другому назовешь? Ой, давайте по-быстренькому как-нибудь валить отсюда, что ли. Единственный манекен с головой. Что-то странное с теми безголовыми. Как будто они все. Как будто они все равно могут меня видеть. Ох, ненавижу. Его голова — единственная выделяющаяся вещь. Выделяющая его вещь. Но все равно это просто манекен. Тело манекена. Я знаю, что тело не настоящее, но мне все равно жутко. Вон, мать. Камера, ты же не будешь меня щадить, да? Охереть просто. Худшее место в игре. Худшее место в серии. Молчу. Это кровь. Ой, блин, жуть какая. Так, ну хорошо. Тут я нигде не пропустил карту. А здесь тут нет. Конечно же, еще есть манекены. Так, ладно, карты нет. Собаки. Много собак. Двери лифта слегка приоткрыты. Тут закрыто. Здесь карты нет. Побырьку. Давай, в темпе. Лестница наверх. И вниз. Сюда мы успеем пойти. Блин, давай быстрее. Ну, лифт не работает.
Какой-то плакат. Похоже, что скоро будет представление. Ух, япона мать, валим. Хорошо. Я хочу сохранение сначала, потом лезть к черту на рога. Вот сохранение. Карта, отлично. Теперь начну маленько ориентироваться. На столе полный беспорядок. Не похоже, что здесь есть хоть что-то интересное. Окей. Ящик слегка приоткрыт. Он, должно быть, заржавел. Я не могу открыть его шире. Есть ли у меня что-то, чем я мог бы его открыть? Интересно. Я бы ножиком расковырял число. Да той же книжкой. Это, конечно, вандализм, но... Какого черта? Ладно, что с ним? Сохраняемся, идем в соседнюю комнату, знакомимся с местными, там их очень много. Там я не думаю, кстати, что что-то хорошее есть особо. Так. Танцевальная студия это у нас, понятно, будет, то есть в этой комнате. Что-то еще... А еще тут небольшие офисы. Давайте сразу проверим. Раздевалки, супер. Тут лежат фотографии. Может, у охранника есть любовница? Какие-то журналы, ничего важного. Что-то как-то, короче, пока не особо тут. Не впечатлен. Ну ладно, пойдем. Блин, а чё, в чем смысл вообще этого помещения? Ну, так это что? Ну ладно, пойдем тогда. Пойдем сюда. Тут ничего. Ах, ну что, на дискотеку 80-х. Погнали. Офигеть. Чё это? Какого чёрта вообще? О, тут нет же нифига, на какой черт я сюда приперся? Подожди, подожди, вон там что-то есть. Или нет, ничего. На кой черт самое главное? Зачем вообще? Да? Что-то я не вижу. Валим. Нехорошо. Довольно сильно, кстати, нас покоцали. Фу, блин, а что там было? Хорошо. У нас есть еще вон там повороты. Замок сломан. Спокойно. Не поддается. Не открывается. Ай, блин, да что ж ты? Давайте сюда. Маленько подумаем, куда же нам идти-то вообще? Фу, так. Студия манекенов, производство. Так, лифт. У лифта там была какая-то полуоткрытая дверь, но мы туда пока ничего не можем. Окей, тогда мы сейчас... Там он лифт был, нет? Или что это такое было? Ой, ненавижу такие места. Ладно, пойдем. Лестница.
Вот это вот, что за помещение? Так, отсюда можно на второй, на третий этаж. Но это не помечается как лестница, поэтому. Сломано. Не сломано. Кстати, довольно-таки спокойно тут. Чего у нас тут имеется? Лифты, лифты, куча офисов. Кто-то рекламирует диски, литье. Лифт не работает. Так, что тут? Почему так много коробок вообще? Так, это похоже дверь. Автопарц. Закрыто. Понятно, сюда мы попозже попадем. Здесь у нас как раз автозапчасти. Туалет не работает. Закрыт. Так, отлично. Мне уже не нравятся эти звуки. Но здесь довольно дофига всего, кстати. Поэтому сначала проверим, что у нас тут. Здесь у нас музей. Что это? Керамическая ваза. Не мой стиль. Слишком большая для вазы. Согласен. Вот тихая, спокойная картина. Гора. Милая, простая. Тут написана цена. Посмотрим. 5000. Боже, что за мир. Кажется, раньше здесь висела картина. Сейчас здесь только рамка. Пламя очищает все. Пламя, да? Ну, я не знаю, что за картина раньше здесь была. Но я не очень люблю пламя. Оно меня пугает. Хорошо. Так, там, я так понимаю, особо-то ловить нечего. Сейчас посмотрим сначала все. Название «Репрессор памяти». Что это еще за название? Я совсем не понимаю эту картину. Это называется «Художник так видит». Это книга регистрации посетителей при входе. Думаю, мне это не надо. Не надо, так не надо. Офис не работает. А здесь у нас небольшой закуток, где лежит отвертка. Круто. Дается. Так, подожди, не спеши. Закрыто. Кладовая. Тут много картин. Не очень хорошо разбираюсь в искусстве. Но я думаю, что эти картины можно выгодно продать. А тут нет той, которая нам нужна. Мне нужен лом, чтобы открыть этот ящик. Глупая затея. То есть нам нужно открыть этот ящик или не нужно? Ладно, запомним. Катана, офигеть. Это катана, но мне не нужна еще одна. Я думаю, одной достаточно. Большое количество вещей меня просто затормозит. Хорошо. Так, ну, давайте возьмем в руки, что ли. Короткая катана, примерно 2 фута в длину. Довольно мощная и легкая в обращении. Как раз для девушки. Машешь-то и, конечно. Замок сломан. Ну что, давайте на этом закончим, наверное. В следующей серии продолжим пробираться по этому офисному зданию. И знаете, вот это вот то, что происходило в последних паре серий, уже гораздо сильнее похоже на Silent Hill, чем то, что было в самом начале. Там был просто безумный экшен, нужно было тупо убегать. А здесь как-то маленько все изменилось в лучшую сторону, и это, на мой взгляд, хорошо, потому что именно за атмосферу и за такой неспешный геймплей я любил эту серию. Пока что не очень понятно все сюжетом,
Но по большей части его тупо нет. Но как бы там ни было, я думаю, в будущем все это раскрутится еще. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.